В Вашингтоне прошли переговоры президента США Джо Байдена и канцлера Германии Олафа Шольца. В ходе встречи обсуждались действия двух стран и НАТО, предусмотренные в случае военной агрессии России в отношении Украины. Если Россия сделает выбор в пользу дальнейшего вторжения на Украину, мы вместе к этому готовы, и все НАТО готово. Сегодня мы с канцлером говорили о нашем тесном сотрудничестве и подготовили мощный пакет санкций, которые ясно продемонстрируют международную решимость и приведут к быстрым и серьезным последствиям, если Россия нарушит суверенитет и территориальную целостность Украины. По словам Байдена, меры в частности коснутся газопровода «Северный поток-2». Если Россия вторгнется, то есть танки и войска вновь перейдут границу Украины, то не будет, уже не будет «Северного потока-2». Мы положим этому конец. Между тем, многие эксперты отмечают, что отказ от запуска газопровода идет вразрез с интересами Германии. Шольц не стал упоминать его в своем заявлении. Как я уже говорил, мы действуем вместе. Мы абсолютно едины и не станем действовать по-разному. Мы будем делать одни и те же шаги, которые будут очень тяжелыми для России. И они должны это понимать. В настоящее время значительная доля природного газа поступает в Евросоюз из России. Байден заявил, что США и другие страны смогут компенсировать существенную часть этих объемов, если Россия перекроет подачу газа в ответ на санкции. При этом стоимость газа может заметно вырасти.